Вот представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да? Но тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации. Теперь серьезно. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. И вот этот англосаксонский мир, он пытается всем этим управлять. Значит, и до поры до времени, после распада Союза, Варшавского договора и СЭВа, им это удавалось. А потом стартанул резко Китай, а потом мы отвязались. И стали вести себя самостоятельно. Вот, им это очень не нравится. Поэтому ближайшие годы, даже десятилетия, не будут спокойными. Самое главное сейчас это все выпускать в необходимых объемах.